У нашего города богатая тысячелетняя история. Здесь много памятных и значимых мест, объектов исследования и тем, интересующих специалистов, изучающих его историю. Для того, чтобы можно было поделиться новой информацией, высказать свою точку зрения и просто встретиться с единомышленниками, в Брестском областном краеведческом музее с 2017 года существует проект под названием «18-й квартал». Согласно концепции этого проекта, предусматривается у нас 18 встречи 18-го квартала со специалистами из разных областей знаний. Но все они каким-то образом связаны с нашим городом Брестом. В этом году 16-я встреча проекта и первая этого года нашим гостем стал друг музея Иван Николаевич Чайщиц, известный краевед и коллекционер. Имя Ивана Чайщица хорошо знакомо брещанам. Краевед, исследователь истории фортификаций, он всегда в процессе изучения и восстановления различных фактов прошлого. Находит редкие старинные предметы, книги и фотографии, выкупает их из личных коллекций и постоянно расширяет круг объектов своего исследования. Такие люди способны заинтересовать и других, а потому и в этот раз на встречу пришло немало людей. Всегда с ожиданием, большим интересом жду новые встречи, мероприятия, которые бы Иван проводил, потому что человек очень интересный, увлекающийся, который и копает глубоко, и поднимает те темы, которые до него никто никогда и не исследовал. Тема достаточно интересна, и я могу сказать точно, что в Республике Беларусь на сегодняшний день эту тему никто еще не поднимал. Мы будем первопроходцы, первооткрыватели. Это тема «Брестские кенотафы». Кенотаф – это такое место, вы знаете, их видели все. Просто, наверное, не все знают, как они правильно называются. В основном там говорят оградки, могилки, еще что-то. Но в этом-то вся и прелесть, что кенотаф – это пустая могила. Там нет захоронения. Многие даже себе не представляют. Они видели эти памятники много-много раз или проходили мимо, не обращали внимания. А сегодня они узнают действительно, как они выглядят, как они правильно называются. И по многим из них есть просто потрясающие истории. Участники встречи на этот раз окунулись в увлекательный мир исследования, посвященный брестским кенотафам. Открыли для себя еще несколько страниц истории нашего города. И эта встреча, безусловно, не станет последней.